Оно было, и вам его прочитал. А почему, подождите, вы готовились толком, такой важный вопрос. Прокуратура города четко поставила вам... Я еще раз говорю, у меня пока этого письма нету. Вы слышите, что я говорю? Когда оно будет, я готов вам его предоставить. Попросите вашего помощника... Кто не хочет, может не собираться. Попросите вашего... Я пересмотрел почту, его нету там. Я сегодня утром смотрел. Пока есть, его нет. Есть курьер, который может принести. Откуда? Значит, это первое. Значит, есть письмо прокуратуры города, в котором значит, поставлена перед вами задача разорвать договора со всеми перевозчиками. Это первое. Второе. Объясните, пожалуйста, выборность. Вот на каком основании вы такую... выборочно сделали. Почему? Если вы внимательно слушали докладчика, он это все рассказал. Я очень внимательно слушала. Он это все рассказал. Именно на этих маршрутах были допущены наибольшие нарушения. Методом тыка пальцем, как это было? Я вас уверяю, что никто пальцем не тыкал. Не надо говорить. Юрий Георгиевич, мы все жители города, мы все были свидетелями. Я тоже был свидетелем. И если тут указан 43-й маршрут, то я говорил о том, что этот маршрут не работает. Ни один перевозчик, кроме Тощенко, его фирмы, не вышел на маршрут. Ни один. Мы вас услышали. Нет, ты меня не услышал. Мы вас услышали.